Семена томата медовый салют, Medovis ciliat, оригинальный сорт с плодами необычного окраса. После созревания они приобретают оранжевый оттенок с красными вкраплениями, благодаря чему томаты незаменимы для праздничных летних салатов и нарезок. Плоды крупные, плоскоокруглые, их вес составляет 320-450 граммов, а некоторые могут вырастать до 800 граммов. Они отлично подходят для употребления в свежем виде, поскольку их мякоть особенно сочная и мясистая, очень сладкая и ароматная. Кусты томата медовый салют рослые, подходят для теплиц и для открытых участков. Сроки плодоношения приходятся на конец июля и август. Сорт также ценят за высокие показатели продуктивности, с 1 квадратного метра можно получить до 6,5 килограммов урожая. Томат медовый салют – это однолетнее растение. Томат прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. В качестве места выращивания томата прекрасно устроит телипца и открытый грунт. Цветы имеют сильный аромат. Томат медовый салют имеет среднеспелый срок созревания. Плоды томата созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 320-450 до 800 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма плода плоскоокруглая. Цвет плода оранжево-красная. Вкус сладкий, мякоть мясистая. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.